Так, ну что, карбюратор я поставил, разобрал. Карбюратор родной, но уже понапихано китайских же флёров. И без обозначения, я не знаю, что там стоит, но поставил, как поставил. Разобрал, посмотрел, ничего там не нашел. Пробуем, пробуем заводить. Бензину я подкачал, все подключил. Карбюратор пустой. Маленько накачать. Сейчас у меня мотор сухой. Тяжеловато. Еще плюс, сейчас бензин чистый идет. Понятно, свечка. Короче так, ребята, поигрался с этим скутером. Пропадает искра. Искра то заведется, то заглохнет. Вот коммутатор ионный, коммутатор сдутый. Я поставил от скутера четырехтактного. Искра хорошая, все. Но заводится назад. Дрыкаешь. Дрынь, работает назад. Видно, в этом коммутаторе другие какие-то фазы, он от четырехтактного скутера. Я поставил сразу, искра хорошая, все, вот, от простого скутера. Но завелся назад. Дрыкаешь, он так... Работает, я даю газу, он назад едет. Снял потом, поставил опять вот этот коммутатор. Заведется, поработает, раз, заглох. Заводишь, не заводится. Хоп, схватил. Опять поработает, заглох. Ну, коммутатор. Искра с катушки, с бобины, провод. Обычно, когда на массу, у него он хорошо щелкает, бьет. А тут один раз щелкнет, и все. А с этим коммутатором щелкает хорошо. Щелкает хорошо, но заводится назад. В общем, на этом пока все по Хонде. Хонду я завел, но будем заказывать коммутатор от Хонды и пробовать. Пока как бы работает, но непонятно. Привет, братва! Продолжаю ковыряние с Хондой. Вытрепал мне все мозги этот мопед. Вот этот коммутатор, я поставил другой. Вот, от Honda, от 24 или 25, какая она там следующая. Не понимаю. Отключаю свет. Вот провод. Все работает. Подключаю. Не работает, и все. Чих-пых, заглох. Я и так, и сяк, и бобины, и катушки. Все работает. Все в огне. Потом, чего я тормоза нажал? Сейчас свет выключу. Искрит.
Все, заглох. Тросик отвожу в сторону. О, наши искры летят. Короче, где-то рубашка, тросик от тормозов. Перехлестнувши с плюсовым проводом. С генераторным плюсовым проводом, с желтым. Вот с этим проводом, я так понимаю, рубашка тормозов. Где-то перехлестнувши. И зато пошевелишь, что работает, то я как-то сюда внимания не обратил. А потом тормоза нажал, смотрю, искры летят. Вот такая вот беда. Теперь надо найти, где рубашка перехлестнула с плюсом задних тормозов. И устранить КЗ. А то у меня уже мозг весь... Вылез. Я аккумулятор и фигатор, коммутатор и бобины, и свечки по 15. Работает, чпых, заглох. Будем рыть. В общем, оказалось все банально просто. Тросик искрыл, потому что он работал как масса. Почему-то не было массы двигателя. Вот во всей вот этой требухе. Или контакты закисши вот с этого провода. Это шел, идет провод минус туда, вот сюда. Я там почистил кое-что и поставил массу вот провод напрямую на раму. И мопед стал как конь. У меня были подозрения на массу, но я не думал, что так явно. Вот. И получалось, что я подключаю плюс на свет. И видно, массы нет. И как-то генератор, видно, так начинал работать неправильно, и он забирал ток с катушки на коммутатор, который идет. И он глох. Видно, какое-то поле магнитное создавалось, и ток... Искра просто переставала идти. Оказывается, масса вот двигателя рама им влияет очень сильно. Без света работает отдельно мотор. А когда всю эту цепь подключаешь, релюшки, шмелюшки, то... Мопед глох. Сейчас как конь. Все, со светом. Вот такие пироги. Ну, теперь надо все это на место собрать. И поковыряться с карбюратором. Не нравится мне, как карбюратор работает на холодную. Он, когда вот этот подсос закроется, он хорошо работает. Но холодный его очень сильно заливает. Надо снять этот клапан электрический и посмотреть, что-то там не в порядке. Ну или что-то еще где-то. Вот так.
Привет, други мои. В общем, собрал я Хонду в кучу. Поменял на карбюраторе электрический подсос. Ну так, что-то поменялось. Ну, заводится хорошо. А, едет. С места берет хорошо. Потом как-то рычит и не разгоняется особо. То ли ролики надо потяжелее поставить. Ну еще, может, колесо пустое. Так с места такой бодрый. А на разгон как-то вот не сильно. Шибко быстро едет. Ну это, я думаю, роликами, ремнем там поиграться. Ну а так, в принципе, все, заводится, едет. Как бритва. Холостых тарахтит хорошо. Поедем назад. Так, ну что, постоял маленько. Поехали. Помощник. В общем, как-то так. Будем отдавать. Что не понравится, подправим. Ну и все, как бы. Вот такой ремонт веселый. Поднял, в общем, из мертвых. Просто труп был мопед. Ну вот и все. До новых встреч.